государства. Оказывается, иная помощь Кыргызстану. Наши отношения имеют такой стратегический характер, и они независимы от какой-то конъюнктуры или от заявлений тех или иных политиков. В целом, конечно, вызывает сожаление. Вы знаете, это же не первый раз. Вот меня это не удивляет. Ну, если проследить, сколько раз он себе позволял там какие-то высказывания, которые, ну, по меньшей мере, не к лицу президенту страны. И помним, когда он обрушился на своих соратников, Роза Утумбаева тогда встала и ушла демонстративно, когда на встрече президентов стран СНГ он с покойным ныне президентом Узбекистана привлекаться стал там. Ну, знаете, есть политика, но есть мы люди восточные, никто не отменял же еще наши традиции, обычаи почтительно относиться к людям старшим по возрасту. Он сказал. Скажите, пожалуйста, по поводу критики президента Атамбаева.